Значит, вот такой агрегат слаживается три раза. Вот телескопические ножки такие, очень легкие. Что у нас здесь есть? Здесь это вытаскивается отсюда. Здесь можно уменьшить высоту. Вот здесь можно двигать так и так, только надо аккуратно очень, потому что это место очень, очень такое хрупкое. Здесь можно выкручивать вот эту штучку. Здесь можно выкручивать, ставить ее так, так телефон ставить. Здесь можно подкручивать, так двигать. Но опять же, все это нужно делать осторожно, потому что это очень-очень-очень хрупко. Сейчас мы его сложим, посмотрим в сложенном состоянии. Ну, вот так он выглядит в сложенном состоянии, примерно сантиметров 50 от конца до от низа, извиняюсь, до самого верха. Вот. И раскрывается примерно до метр 10, сколько там написано, я не знаю, где-то метр с чем-то. Вот так. Опять же, очень-очень-очень хрупкий. Эту можно разобрать, сейчас я разберу его, еще раз сниму. И вот так он выглядит в разобранном состоянии. Сама вот эта телескопический стенд, это держалка для телефона или еще для чего-то. И вот ручка, которую можно двигать во все стороны. Кстати, еще от него чехол есть.